Для меня это приятно и удивительно встретиться в вашей стране с людьми, которых я уже знаю. Это уже встреча как с друзьями. Что изменилось в вашей жизни? Qu'est-ce que chose qui change dans votre vie, dans ta vie? Dans ma vie, c'est pas très important. C'est moins important que la guerre, par exemple, au Donbass. J'ai eu un problème de santé assez important. Но важно, я заботился о своем здоровье, у меня проблемы со здоровьем были. Le médecin m'a dit, il faut pas aller en Ukraine. И доктор мне запретил после операции возвращаться на Украину. Нужно восстанавливать. Mais но la chaleur du public ici, c'est une très bonne thérapie, très bon remède. Но эмоции и горячие сердца вашей публики, моих друзей, я думаю, это прекрасная терапия, чтобы восстановиться здесь. Я так понимаю, вам понравилась атмосфера сегодняшнего вечера. Скажи, compris bien que vous aimez beaucoup l'atmosphère ce soir. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est un grand bonheur et un grand plaisir d'abord de jouer avec un big band. Это большое счастье и удовольствие впервые играть с вашей биг-бандой, с вашей группой биг-банды. Un extrait de l'improvisation. Improvisation qui est influencée par les musiques dont j'ai parlé tout à l'heure. И сейчас он хочет нам показать импровизацию из тех вот ритмов, о которых мы недавно вспомнили.